коротенький видик. В общем, что касается датчиков тормоза. Я сейчас не рассматриваю датчики тормоза именно модульные, ну, которые идут с механическими ручками для механики, или гидравлические мастер цилиндры с, ну, как типа с двумя отводами, где идет гидролиния и отдельно там проводка. Нет. Просто вот налики, там что-то рублей за 500, там 1000, пара идет, два магнитика, ну и как типа два геркона, ну датчика типа с проводкой, с подключением, вот, про такие. В принципе, в механику такие врезать там вообще изи, а в гидравлику вот это хуй. А почему? А потому что они идут обратного типа, эти датчики. В плане, что, ну вот, это вот часть датчика, да, то есть это, ну здесь внутри геркон. Но он здесь идет замкнутый. То есть, грубо говоря, вы подключаете к контроллеру такой датчик, то есть и без магнита, то он у вас постоянно замкнутый. То есть у вас будет светиться вот эта хрень. Вон, видите? Мигает. Вот она у вас будет светить постоянно. Подносим к нему магнит, все, он размыкается. То есть это нелогично, так как даже если, ну, вот эту вот внешнюю срань монтировать куда-то на ручку, то есть, ну, логично предположить, что вы магнит куда-то крепите на ручку, ну, на такую часть, которая прямо максимально двигается, а сам геркон куда-то статично просто врезаете, вгрызаете, там, вклеиваете. И, разумеется, у вас должно это работать как? Без магнита геркон разомкнут, то есть тормоза неактивны. При торможении вы нажимаете ручку, магнит приближается к геркону, он замыкается, загорается значок тормозов здесь, вот этот. Все, у вас движок отключается. Это должно работать так. Но в покупных это абсолютно не так. То есть вы, грубо говоря, можете ездить только с магнитом рядом, а при торможении у вас магнит должен отдаляться. Это какой-то пиздец, это бред. Поэтому это все решается просто. Берете провод вот этот вот с герконом, отрезаете его. В любом радиомагазине покупаете два геркона. Ну, они вот, вот такого плана. Рублей 20-30 штучка стоит. Ну и все. В принципе, оголяете провода, от которых отрезали родной геркон. Каким-то, блядь, образом, да каким, блядь, угодно, припаиваете вот этот покупной геркончик двум проводам. То есть, ну, там два вывода. Двум проводам впаяете сверху какую-нибудь тоненькую термоусадку, и все, и получаете что-то типа вот такой штуки. Это вот родной провод, здесь раньше был вот родной геркон, вот такой, я его отрезал, сюда припаял вот, ну, этот покупной геркон, который разомкнутый идет, то есть, ну, и их, в принципе, два вида, замкнутые и разомкнутые герконы, то есть для нормальной, логичной работы здесь нужен разомкнутый геркон, который с магнитом будет замыкаться, такой здесь нужен, а в покупных они идут уже, сразу уже идут замкнутые, вам нужен именно разомкнутый. Ну, я здесь припаял его просто, то есть один вывод припаял, второй загнул вот так вот дугой и на второй провод. И сверху усадка, то есть вон, видите, то есть вообще, блин, такая хрень, блядь, она вообще даже незаметная, ну, как будто просто какой-то провод. Магнит крепите на... Ну, опять же, это я говорю для гидравлики, именно для своей гидравлики. У меня это какая-то Dior, по-моему, ручки 505, ну, машинки, неважно, вот ручки 505 тут диоровские. Магнит... В ручку просто врезал его на твинтик. И вот эту штуку, вот этот вот новый геркон, да, вот я его провел, сбоку приклеил. Здесь двухсторонний скотч, и туда вовнутрь чуть-чуть циан-крилата и соды. Вообще ничего незаметно не мешает. А так все, вот я сейчас левый сделал. Вот смотрите, вот сюда. Ход у него, вообще он крохотный ход. Буквально там просто вот даже припустить так вот уже работает. То есть, если, ну, прямо слишком короткий ход, это, ну, геркон вы уже, понятно, не передвинете. Делается просто, то есть этот винт вывинчивается и на пару миллиметров его влево вкручиваем, и уже будет нужно больше, ну, так скажем, больше рычаг, чтобы приблизить магнит. Ну, а так работает. Сейчас вот так же на правом. В принципе, вот.